невозможно было ни проходить, ни ездить. И постепенно ямы. Не то, что здесь, везде дорога. А сейчас прекрасную работу делают, прекрасную дорогу делают. Очень даже довольны. Это местный житель Омар Махалиев рассказывает, в каком состоянии раньше была улица Огарева. По его словам, здесь даже на машине было сложно передвигаться, что уже говорить о доле пешеходов. Ремонт автомобильного полотна был чрезвычайно важен для всего микрорайона. Ведь эта дорога значительно уменьшает нагрузку на прилегающие улицы и проспекта Акушинского. Кроме того, жителям станет легче добираться до многих социальных объектов. У нас претензий нет. Они работают, ребята. Они работают так, как надо, они работают. Они понимают работу, они делают работу. У нас претензий сейчас на этом этапе нет. Нет претензий, они делают работу. И общественность, вы же видите, общественность сама смотрит за всем этим. Вот вы, к вам подходили люди. Люди интересуются, живо интересуются люди. Огарева стала одним из важнейших объектов, ремонтируемых в текущем году. Таких работ здесь не проводили около полувека. Кроме того, перед тем, как проложить асфальт, под землю перенесли и все инженерные сети, чтобы потом вновь не сталкиваться с ремонтными работами. На эти цели средства были собраны общественниками. Это около 500 тысяч рублей. Я живу в этом поселке с 60-го года. Вот такого у нас не было никогда. Ни в советское время, ни после советского времени. Очень хорошо работает. Это аккуратно, внимательные ребята они. Я хочу их пожелать им здоровья, долгих лет жизни, чтобы они работали. Крепким здоровья им. Спасибо им большое. Наши поселковые люди очень довольны. Очень довольны. Отметим, что работы на улице Огарева проводят по программе «Безопасные и качественные дороги». В этом году в рамках нацпроекта в Махачкале будут отремонтированы 85 улиц общей протяженностью 57 километров. Патимат Ханапова, Джевгарад Эльмирзаева, новости ННТ, Махачкала.